Сотня лучших. Выпускников-отличников ЧГУ поздравил в Рио главы Чувашии Олег Николаев. Торжественная церемония прошла в онлайн-формате. Я хочу пожелать никогда не забывать. Почему? Потому что дорогу осилит лучше, все будет хорошо. В топ-100 вошли выпускники, имеющие успехи в научных исследованиях, общественной работе, отличившиеся творческими и спортивными достижениями. Как отметил руководитель региона, путь молодых специалистов только начинается, и их ждут в органах власти и в различных сферах, чтобы совместными усилиями изменить к лучшему качество жизни людей. Президент страны Владимир Владимирович Путин очень настойчиво направляет нас по пути развития наставничества. И вот здесь, мне кажется, получается очень важный и нужный союз. Ваша энергия молодости, новые знания, желание быстро и качественно менять жизнь и опыт умудренных людей, которые смогут правильно вас направить и получить быстро нужный хороший результат.